преимущество в пользу ЦСКА, и удивить-то этим некого. Более чем в два раза перебросали соперника в первой же четверти гости 12-26. После чего, если «Динамо» и набирало обороты, то этого все равно было недостаточно, чтобы выиграть хотя бы четверть у ЦСКА. Окончательный счет 66-87. Этот матч определил, что «Динамо» уже не попадает в плей-офф, но руководство клуба уверено, что самый страшный сезон остался позади, и впереди у «Динамо» сплошные перемены к лучшему.